Люба, привет. Как видно, слышно? Коллеги, всем добро пожаловать. Всех рад видеть, слышать. Надеюсь, меня слышно, Альвина. Да, Валерий, добрый вечер. Мне хорошо слышно, а меня как видно слышно? Да, все отлично. Вот Любу тоже видно. Надеюсь, чуть позже услышим. Люба, добрый вечер. Так, ну у нас есть 3 минутки перед началом немножко размяться, так сказать. Альбин, вкратце тогда расскажи нам, о чем мы сегодня будем говорить на очередном мастер-классе в рамках People Transformation Platform. Да, коллеги, очень рада быть сегодня вместе с вами. И сегодня мы будем продолжать серию мастер-классов нашей платформы, которая называется People Transformation Platform. И она посвящена в этом году теме ментального благополучия. И такое благополучие достигается через улучшение своего зрения. То есть физического зрения для тех, кто, например, носит очки и хотел бы улучшить свое зрение, видеть через свои собственные глаза, а также внутреннего зрения. Если у кого уже хорошее зрение, но он бы хотел развить такое многомерное зрение, уделить этому внимание. Прикольно, спасибо большое. Ну, да, коллеги, всем добро пожаловать, кто присоединился, кто с нами сегодня участвует, смотрит. Наш очередной, уже четвертый мастер-класс в рамках нашей программы называется «Новый взгляд на окружающий мир. Центр и периферия». Да, это вот сегодня новые, так сказать, концепции, с которыми сегодня нас Альвина познакомит. Меня зовут Валерий Упря. Я являюсь консультантом компании Umbrella Training and Consulting, которая, собственно говоря, организует вот эту серию мастер-классов в рамках программы People Transformation Platform. Мы служим энергии изменений с 2016 года. В основном нашими клиентами являются бизнесы, корпорации, компании. И вот сегодня настал момент, когда мы говорим про well-being, да, и это тоже часть мотивации и эффективности наших сотрудников, конечно, если мы об этом заботимся. И поэтому мы тоже развиваем это направление, в частности, зрительная терапия и ментально-зрительный коучинг. Я вот хотел бы передать слово Альвине Байжумовой, которая является лидером этой практики, чтобы она тоже вот вкратце представилась и рассказала что-то о себе, да, как о лидере этой программы. Да, конечно. Я являюсь лидером программы по ментально-зрительному коучингу. И немножко хотела бы рассказать вообще, как я пришла к этому направлению. Долгие годы, начиная с после школьной поры, я носила очки сама. Так сказать, за эти годы развилась близорукость, но спустя время, уже когда я стала мамой, мои дети, они снимали с меня очки, и очки постоянно приходилось носить на то, чтобы их подправили, потому что они такие очень нежные, нежнейшие инструменты, и очень быстро они сбивались. А очки сами по себе – это дискомфорт. А когда они еще и покосившиеся, это вообще не, ну, что-то невозможное. И вот несколько раз, значит, относя на ремонт свои очки,
Я подумала, что это настолько мне не нравится уделять время, ходить, относить их, потом забирать, что, может быть, можно и без них обойтись. И начала изучать эту тему поглубже. Вообще, тема для меня чуть-чуть была освоена к тому времени, потому что все, кто интересовался темой улучшения зрения, конечно же, помнят книгу доктора Бейтса, и у многих она, дома есть. Но по той книге сложно к чему-то прийти самостоятельно. Там все очень закодировано. Нужно раскодировать, нужно больше контекста. Все, что там написано, это супер. И я сама по методу доктора Бейтса и провожу занятия, и сама свое зрение улучшила по этой методике. Но так как он был врачом, он на все смотрел с точки зрения врача. А за 100 лет, когда вот уже прошло с момента опубликования его работы 100 лет, даже чуть больше, его последователи наполнили смыслами, очень сделали объемным его учение. И поэтому сейчас, спустя вот время, когда я пришла к этому повторно, мне легче постигать самой, и, соответственно, я могу об этом говорить. И вот наш обучающий курс «Ментально-зрительный коучинг», на котором мы сейчас все присутствуем, он как раз про это, чтобы доносить идеи доктора Бейтса таким языком, который, ну, вот легче понимать, где-то можно сразу практиковать. Вот что сегодня мы и будем делать на нашем мастер-классе, не только в виде, так сказать, выступлений, но в виде дискуссии, в виде того, как оно откликается у каждого из Okay. нас. Да, спасибо большое. Ну, на самом деле, тема очень интересная. И вот я помню, я только в школьные годы заказывал очки, что-то вот я начинал их носить, но эта история была неуспешной, в кавычках, да, я не нашел очки. Но я думаю, что это актуальная тема и для меня, потому что нам очень важно понимать вот такой вот принцип, да, что зрение, зрительный ресурс является исчерпаемым. Да. И, соответственно, если ну, вот мы хотим достигать тех целей, которые мы хотим достигать, важно, как и тело, как и разум, как и дух, как и сердце, да, нам очень важно развивать и этот ресурс, восполнять его, укреплять, поддерживать. Вот. Ну и, собственно говоря, вот в продолжение, да, того, что Альвина сказала, да, вот если 100 лет назад мы говорили только о методе, да, то сегодня мы говорим уже о целой терапии, либо о зрительном коучинге, да, что вот как раз-таки благодаря расширению этой методологии, да, мы сегодня можем пользоваться, так сказать, ее плодами. Вот. Ну, если, скажем так, спросить у коллег, кто сегодня с нами присоединился, поставьте, пожалуйста, плюсы, носите ли вы очки, ну, а если вы не носите, поставьте минусы. Вот. У нас аудитория более такая наблюдающая, нежели активно участвующая. Но, тем не менее, я думаю, на плюсы и минусы можно позволить себе разориться. Вот давайте посмотрим. Итак, если вы носите очки, плюсы. Если не носите очки, ставьте минусы. Я вот сразу, можно, Валерий, про себя, пока наши Угу. участники ставят плюсы или минусы, я немножко скажу про себя, что хотя мое зрение находится на отметке минус 4, я не ношу очки. И тем самым я даю себе возможность видеть через свои собственные глаза. Это говорит о том, что я научилась с течением времени обходиться без очков и работать без очков, и выполнять все свои и повседневные занятия, и смотреть телевизор, и читать без очков, и видеть вдаль тоже без очков. И вот сейчас я вообще не хочу их носить. Даже бывает так, что в них мне чуть-чуть четче видно. Но я их не хочу носить, потому что когда я одиночки, мне кажется, все, у меня нет воздуха, я как будто бы, мне до такой степени дискомфортно, что я их не хочу носить.
Окей, спасибо большое, что поделилась. Ну вот смотрю, что большинство наших участников не носят очки, как ни странно. Да? То есть мы обычно думаем, что коллеги, которые присоединяются, это больше про тех, кто хотел бы избавиться от очков. Да? Но в большинстве случаев мы видим, что все-таки это те, кто хотел бы улучшить, да, свои зрительные ресурсы. Это здорово, поскольку это, собственно говоря, вписывается вот... концепцию благополучия, о которой мы сегодня говорим, well-being, да, а он включает в себя четыре элемента, да, это энергия тела, и мы восполняем ее через питание, здоровье, фитнес, и в частности, вот, скажем так, поверхностно, да, улучшение зрения, это больше про физиологические, да, какие-то аспекты. Но не тут-то было, да, и вот как раз-таки поэтому, да, мы поем эту песню, да, и это чаще всего не про физиологию. Это энергия сердца, которая включает развитие ролей и отношений как в жизни, так и в профессиональном контексте. И опять-таки это тоже откладывает отпечаток, да, на качество наших зрительных ресурсов с обеих, да, сторон влияния. Это энергия души, которая включает в себя духовные практики и определение своей личной миссии, собственно говоря, служение этой миссии. И вот как ни крути, но тем не менее это тоже связано с тем, как мы видим этот мир? Да, отчетливо, сквозь призму своих природных ресурсов, либо все-таки это, ну, очень четкое, да, такое восприятие, но плоское той зрительной реальности, которую мы видим. Ну, и это энергия разума, это развитие энергии мышления и интеллекта. Это те задачи, это вызовы, с которыми мы справляемся, как в профессиональном, так и личностном плане. Ну и вот сегодня, да, это тоже про пытливость ума, про узнать что-то больше, чем, к примеру, предполагается. Ну вот, Альвин, с твоей точки зрения, все-таки улучшение зрения и развитие зрительных ресурсов, это больше про какой источник энергии? Это энергия разума в первую очередь. Почему? Потому что глаза – это выведенный вперед мозг. И вы знаете, коллеги, уже установлено вот буквально в этом месяце через сообщество учителей по методу Бейтса получила я ссылку, что такие заболевания, как глаукома, оно связано с тем, что зрительный нерв, проблемы в зрительном нерве, и часть картинки, она не видна. Это заболевание мозга. То есть раньше глаукома считалась заболеванием глазным, а сейчас уже признана клиникой Федорова, что это заболевание мозга. Ну, то есть признано... клиники Федорова это опубликовано, признано это Сообщество. соответствующими институтами. Да. И, соответственно, сетчатка глаза это тоже нейронная ткань, то есть ткань мозга. И поэтому это энергия разума. Но в ней мы можем видеть и энергию души, как эмоциональный отклик человека. Это энергия тела, потому что глаза это с одной, как бы можно, с одной точки зрения это мозг, а с другой это тело, потому что в глазе есть другие структуры, которые, например, мышцы, это тело. То есть такой орган, который объединяет в себе и тело, и ум. И энергия сердца. В каком плане? Что когда мы позволяем себе быть собой настоящим, когда мы видим сердцем, можно сказать так, то тогда наше зрение четкое. Когда мы честны сами с собой и, соответственно, с другими людьми. Потому что как нас воспринимают другие люди, это как внутренне мы ведем себя. Человек может сразу считать, что нечестного происходит с другой стороны. И поэтому, когда мы сами с собой честные, мы можем даже где-то ошибаться, где-то неправильно мыслить.
Но если мы сами с собой честные, это и другому человеку передается искренность. А кроме Дарвина, получается, мы видим как будто свое отражение в другом человеке. Да, можно и так сказать, что мы видим его реакцию на то, что мы говорим, на наш язык тела, и по этой реакции, по этой обратной понимаем, как другой человек вот зеркалит нас. Вот, спасибо, Даже Люба. по взгляду. Да. Получается, контакт зрительный, он, как ты вот сказала, человек считывает вплоть тебя до, как сказать, до самой глубины, можно сказать. Вот. И даже чувствуешь этого человека, как будто вы уже как родные, что ли, как родственная связь уже можно понять. На каком духовном уровне находится человек? Ну, мое Да. такое мнение. Да, Люба, спасибо большое за этот комментарий. На самом деле он очень визуализирует, да, тот момент, что мы очень связаны друг с другом, да, в отношениях через зрительный контакт. И даже Да, вот да, да. на тренингах, да, казалось бы, управленческих тренингах, мы делаем тоже такое простое упражнение. Мы просим коллег, которые как будто бы, да, могут годами работать друг с другом, да, буквально 1-2 минуты пристально смотреть друг другу в глаза. Да. И вот в 99% случаев отношения этих сотрудников, они меняются. Да. Мы можем работать очень долгое время, но не соприкасаться глазами. Да. Просто взгляд проскользнул, но он... Общение поверхностное. Да. Да, вот. Ну и вот поскольку мы переходим от благополучия к зрительным ресурсам, да, собственно говоря, важно вспомнить, а каковы предпосылки того, что это действительно очень важный элемент нашего благополучия и зрения. Ну, во-первых, потому что большую часть дневного времени мы проводим перед экранами либо компьютера, либо телефона, либо телевизора. То есть так или иначе, да, наши зрительные ресурсы расходуются. И если посмотреть на энергозатраты, да, то на что больше всего наш организм тратит энергию? На зрение. Странно. А возникающее и в связи с этим, да, чаще всего возникает определенное напряжение, поскольку вся жизнь человека, да, человеческого организма, это череда напряжений и расслаблений. И поскольку интенсивность, да, зрительных, скажем так, операций, она возрастает, да, то, соответственно, возникает определенное напряжение в глазах, которое требует определенной разрядки. Да. Ну, в частности, это могут быть определенные целенаправленные упражнения и техники, которые, опять-таки, продвигает вот эта методология ментально-зрительного коучинга или терапии. И если все-таки, да, вот мы не работаем целенаправленно над разрежением, да, над разрядкой, то, скорее всего, это напряжение приведет к ухудшению зрения. Либо, как один из альтернативных способов, да, росту напряжения телесного, психического или духовного. Вот как ни странно, да, то есть, опять-таки, очень логично, да, что зрение рассматривается вот в совокупности благополучия, связано как с душевными, с психическими и интеллектуальными источниками энергии. Ну и в итоге, да, если мы говорим про бизнес-контекст, про нашу профессиональную эффективность, да, в результате это приводит к вызовам эффективности, результативности уже в нашей профессии. Да, вот как будто бы можно подумать, что между ними может быть и нет связи, да, то есть мы думаем, что чаще всего, да, ну что мы делаем для того, чтобы сделать вот определенную разрядку? Ну, мы можем просто поспать, да, то есть просто передохнуть. Но всегда ли это до этого достаточно? Да? Нам может казаться, что это так, но вот на самом деле это может быть и не так. Вот. Ну и, собственно говоря, именно поэтому, да, Альвин, есть ли у тебя что-то дополнить? Вот с профессиональной точки зрения. Да, я хотела бы здесь дополнить про сон. Вот ты упомянул сон. Доктор Бейтс
довольно-таки много писал про сон, и он говорил следующее, что хотя мы думаем, что сон – это форма отдыха, но человек бывает, проснувшись утром, чувствует себя еще более уставшим, чем когда он лег спать. Почему это происходит? Потому что ум его до такой степени беспокойный, что он просто-напросто не дает отдохнуть. И поэтому здесь, вот как мы говорили и на предыдущих мастер-классах, желательно перед сном делать такую технику пальмин. Вот я вот это хотела добавить. Да, замечательно. Спасибо большое, что ты вспомнила. На самом деле, вот это вообще гениальная техника, да, потому что в первую очередь она направлена на определенные, скажем так, зрительные, да, процессы, но в то же время она имеет очень такое сильное психическое воздействие с точки зрения релаксации, да, и вот такого вот отдохновения. И если кто не пробовал, да, пожалуйста, пробуйте эту технику. Качество сна и качество отдыха, да, оно значительно улучшается после этого. Вот. Ну, Люба, кстати говоря, вот, по-моему, ты, да, практикуешь пальминг. Вот твои впечатления, насколько это, собственно говоря, помогает тебе? Вообще, с каждым занятием я открываю все больше и больше, как бы это выразить словами, действия этой практики. Она помогает мне обуздать блуждающий ум. То есть, по большей части, человек, ну, это я тоже читала, что бывает, что мы находимся, так сказать, наш ум блуждает где-то там, мы не сосредоточены конкретно на какой-то деятельности. И пальминг, он как раз-таки помогает обуздать вот это вот блуждание нашего ума, так сказать. И я сравнила эту технику, вот именно занятия вот с трубочками, я сравнила как бы как лес. Вот лес, это значит, как будто мутно ты вот это все видишь перед глазами, когда не занимаешься глазами. А когда ты начинаешь фокусироваться там на ниточке, то есть на ближайшей точке, то за этой ближайшей точкой получается более ясная картинка. И как будто ты находишь тропинку из этого леса. Точно так же и в пальминге. Вот ты ложишься, и у тебя получаются мысли разные, там цели у тебя какие-то, в общем, действия, и их масса. И когда, опять же, я сравниваю это с лесом, как будто вот какая-то чаща, и там в ней вот это все вот происходит на ментальном уровне. Я, получается, разрешаю себе, даю возможность просто наблюдать за этими мыслями, за этим потоком. И когда именно я на уровне том, когда уже у меня мозг успокаивается, ум, и приходит такая мысль, которая вот мне нужна для дальнейшего моего действия. То есть из этого леса в конечном итоге постепенно, постепенно я вижу вот эту, нахожу тропинку, куда мне в ближайшее время, то есть направить свою деятельность. Вот это вот я еще очень хорошо мне помогает, потому что когда, особенно сейчас лето, солнечная энергия добавляет нам нашу энергию свою, вот и физическую, и ментальную, мы больше раскрепощены, больше мы двигаемся. И, соответственно, мыслей больше, потому что хочется что-то сделать, хочется что-то новое, там еще что-то сделать, что-то изучить. И когда вот этот круговорот, я ложусь, и опять же повторюсь, буквально минут пять, и вырисовывается вот эта вот светлая тропинка, куда мне нужно вот встать потихонечку. Голова проясняется, и все спокойненько опять по полочкам последовательно происходит.
дальнейшая, как говорится, деятельность трудовая. Окей, Вот отлично, это. спасибо. Да, спасибо большое, что поделилась. На самом деле ты являешься таким образцом применения лучших практик ментально-зрительного коучинга. Я вот прям с завидным таким вот чувством слушаю тебя, потому что, ну не все, да, ну даже я вот не являюсь таким, да, хотя вот мы, скажем так, занимаемся этим, да, но это все равно вот какой-то такой особый талант, наверное, все вот эти вот инструменты и техники применять. Знаешь, я тебе что хочу сказать. Это большое спасибо Альвине, потому что к этому прийти человек должен сам. Она очень ненавязчиво это делает. То есть, когда она мне, вообще, когда я заинтересовалась, она мне сначала, вот буквально по крупинкам она мне рассказывала. Сначала дала трубочки эти потрогать. Особой информации такой она мне сразу не давала. И то есть постепенно, постепенно у меня вот интерес проснулся. То есть мне, значит, это надо. У меня тоже, кстати, миопия со школьного возраста. Я тоже носила очки, линзы носила. У меня было минус 1,75. И потом я как-то вот сама по себе, я просто сняла очки. Я поняла, что вот когда их снимаешь, ты абсолютно, ну, как дезориентирован, что ли. И я просто-напросто их как-то вот положила, и все, я их не одевала. Просто мне было проще вот без очков. Пусть это не так четко, но я себя чувствовала более комфортно без них. И Альвина мне вот постепенно-постепенно, то есть она дает человеку выбор. То есть она это делает ненавязчиво, она это делает с такой любовью. И вот рассказывая на собственном примере, ты доверяешь человеку, веришь, и действительно, может быть, даже там, как сказать, у меня вот незначительное было, ну, как расхождение, да, вот ясности, то есть миопия, а у нее там и то, и другое было, и она все-таки сделала это, она отошла от очков. И она поняла, что как бы организмом, если своим заниматься, он отдача будет, и все восстановится. Можно восстановить именно своим трудом, своим терпением. Потихонечку, потихонечку можно восстановить, так сказать. Вот. В частности, вот зрение. Зрение. Альвине, спасибо большое за эту практику. Спасибо большое, И потом. Альвина, за обратную связь. И потом понимаешь, что, оказывается, это не только на физическом уровне, что глаза это, ну, как не только физиология, это настоящая вот психика. Действительно, это вот очень большой плюс именно как к уравновешиванию себя с помощью этой практики. То есть, да, это орган, я согласна с вами, это не только физиология, но еще и психология, и психика. В общем, все в одном. Спасибо Окей. большое. Люба, спасибо большое за обратную связь. Альвин, ты хотел что-то сказать? Да, я хотела сказать, что вот Люба, которую описание нам предоставила сейчас по поводу точки, по поводу тропинки, я его еще разверну, вот когда я буду освещать по содержанию мастер-класса. А так очень, конечно, приятно за такую обратную связь. А Люба, как человек, который заинтересовался и уже сам идет в глубину, сама уже самостоятельно открывает, я их называю копии царя Соломона. Да, это такие богатства нашего внутреннего мира. И когда человек туда идет уже сам естественным образом, они больше и больше раскрывают. То есть это не предел, что мы чисто физиологически четче видим. Мы эти богатства в себе внутри открываем, которые нам помогают быть уравновешенными, спокойными, понимать, что, ну, у нас очень много сокрыто, мы настоящие сокровища. И еще, Люба, она медицинский работник. То есть
Доктор Бейтс, он сам был офтальмологом, и сначала он делал операции, он прописывал очки, но после многих лет, даже десятилетий своей практики, он пришел к выводу, что это неэффективно, и люди по большей части не хотели носить очки в то время. И он начал изучать, почему все-таки как работает зрение. И его анатомия, как он это видел, она признана в таких узких кругах, но она эффективна. И Люба знает медицинские основы того зрения, которые в офтальмологических кабинетах рассказывают. Это альтернативный взгляд. И как медицинский работник она видит разницу в эффективности. Вот это тоже очень ценное такое. Ценная вещь. Спасибо. Ну что, Спасибо. коллеги, так сказать, наша вернее, вводная часть подходит к завершению. Да, я просто хотел напомнить, что на основе, скажем так, вот, подхода Бейтса, да, у нас разработано два решения, которые мы предлагаем нашим участникам. Вот сегодняшний мастер-класс у нас проходит в рамках ментально-зрительного коучинга. Да, его основные, скажем, основная ценность, да, заключается в том, что участники нацеливаются на поддержание ресурсности своего зрения, развитие баланса напряжения, расслабления, да, вот о чем говорила Люба, что на самом деле, да, работая со зрением, мы работаем со всем, скажем, своим потенциалом. Ну и опять-таки то, что вот было сегодня подчеркнуто, да, это большая возможность для восполнения энергии психической, интеллектуальной, духовной и физиологической. А второе решение это более индивидуальный подход, да, это зрительная терапия, когда стоит задача не только, скажем так, развития ресурсов зрения, но и их улучшения, в том числе и избавления от очков, да, внехирургическим способом. И здесь две ценности, да, которые создаются. Это первое, это ментальная трансформация, да. Это очень важный момент, потому что вот сегодня ученые говорят о том, что даже если мы будем пересаживать разные виды органов людям, которые они нужны, да, главным условием успеха приживаемости этих органов является ментальная трансформация. И это касается в том числе и зрения, да. То есть, если мы хотим избавиться от очков, прежде всего, да, мы должны быть готовы ментально поддерживать этот процесс. А второй момент, да, который тоже очень важный, и он явствует из индивидуальной работы, это формирование новых привычек зрения. И, как мы знаем, избавляться от старых привычек весьма сложно, да, это такой вот, ну, кто пробовал избавиться от каких-то своих не очень позитивных привычек, да, знает, что это очень-очень сложно. Вот. Альбин, ну я хотел попросить тебя, чтобы ты вот принципиальную разницу показала между вот коучингом, да, и терапией. Да, конечно, коучинг – это то, что мы ведем в этом году. Наша программа, вот мы собираемся, и я рассказываю какие-то вещи, которые не из традиционной офтальмологии, а из взгляда доктора Уильяма Горацио Бейтса, который для лучшей доли человечества пришел к тому, чтобы увидеть зрение по-другому, потому что очки и операции это одно, но если человек хочет других результатов, соответственно, он по-другому начинает мыслить. И вот это мышление он исследовал, как мозг, как разум работает, что принципиально в том, что сам человек мешает своему зрению быть эффективным. Вот сегодня как раз буду об этом много рассказывать. Когда ум успокоен, вот как в примере, который описала Люба, когда она сделала пальминг, и даже 5 минут позволяет успокоить ум, тогда ум повышает свою эффективность, разум, мозг, он становится нашим другом. Вместо того, чтобы наматывать круги тревожности, он дает нам решение к задаче, он даже подсказывает. В моем случае
Я даже слышу это решение, там, например, какая-то задача, я не сразу нахожу это решение, но спустя какое-то время мне мозг подсказывает, например, позвонить, прежде чем куда-то идти, позвонить. И я это делаю, и такое впечатление, что во мне живет еще один человек, который вот охраняет меня и подсказывает эффективные решения. И это до такой степени чудесно и даже изумительно, что вместо того, чтобы постоянно бояться, ведь мозг, он направлен на защиту нас, он подсказывает эффективные решения. Вот это такой как бы outcome, результат нашей программы. Окей, спасибо большое. Ну и тогда двинемся дальше к тому, о чем мы сегодня будем говорить в рамках вот четвертого мастер-класса. Значит, первый элемент мы проговорим. Вообще, нужно сказать, да, что потенциал зрения, да, вот он из трех элементов состоит. Это гибкое зрение, да, и здесь мы ответим на вопрос, как нашим глазам увидеть новые перспективы. Это четкое зрение. Собственно говоря, как командная работа наших глаз приносит синергетический эффект. И новые эффективные привычки зрения. Да, вот эти три, вот эта триада, да, является неким таким вот сегодняшним фокусом на мастер-классе. Алина, тебе слово. Да, хорошо. Ну вот по первому разделу, по гибкости зрения, я хотела бы рассказать о том, как устроена сетчатка глаза. Ну то есть сначала видимые части, это склера, роговица, зрачок, стекловидное тело, и затем идет сетчатка. Это такая нейронная уже часть мозга, и она работает следующим образом. Вот, например, представим круглый глаз, вот моя ладошка вам показывает заднюю стенку. И здесь на сетчатке есть центральная ямка. Вот она такая совсем маленькая, очень-очень маленькая. И вот эта центральная ямка воспринимает через все структуры глаза поток света, отображаемого света от предметов. Она называется центральная ямка, то есть это центр нашего зрения. Не вся сетчатка, не вся воспринимает четко и ясно, а только маленькая область на сетчатке. А что же делает остальная часть сетчатки? Остальная часть сетчатки, она состоит из так называемых палочек. И их задача регистрировать движение. Вот, например, если представить процесс зрения как дорогу, по которой едет машина. Машина это будет центральная маленькая ямка, которая ловит детали и цвета. То движение, которое происходит по трассе, регистрируют палочки, которые находятся большей части сетчатки, намного больше, чем сама центральная ямка. И это периферия. Вот здесь важный момент, что когда периферия работает четко и ясно, видно предмет, на который ты смотришь. Если мы встанем на пути машины, которая несется по трассе, что произойдет? Произойдет то, что машина собьет того, кто стоит на пути. Также, когда мы смотрим на что-то в упор, это сбивает зрение, потому что периферия как бы отключается, можно так сказать. А периферия – это большая часть сетчатки. И если она отключается, человек смотрит в упор, но ему становится нечетко и неясно видно. Вот как раз периферию доктор Бейтс говорил, что нужно обучиться видеть хуже. Хуже то, на что мы не смотрим прямо. Например, передо мной компьютер.
но его окружает очень много в моем поле зрения, еще много других предметов. Стол, окно, диван, там, стена в различных измерениях. Так вот это все, на что я не смотрю прямо, его нужно видеть хуже. Оно должно быть нечетким. И когда мы обучаемся этому видеть хуже, на что мы не смотрим прямо, тогда этот центр, он чувствует себя расслабленным. И он тогда сам проявляется, образ сам выходит четкий и ясный, на что мы смотрим прямо. Почему человек вообще начинает видеть затуманенно? Даже в центре ему видно нечетко. Потому что с самых ранних лет какое социально одобряемое поведение? Например, в детском садике уже ребенка учат «концентрируйся». Дальше школа начинается, и ему учитель говорит: «Почему ты отвлекаешься? Почему ты невнимательный? Почему ты не смотришь книгу?» Дальше идет послешкольное образование, и там тоже очень много концентрации, как будто бы если мы сконцентрируем свои усилия, то есть мы, если совершим насилие над тем, что нам непонятно, и там больше часов этому уделим, как будто бы от этого станет четче видно. Нет, это не так работает. Здесь нужен интерес. Вот, например, опять же, возвращаясь к тому, что происходит в детском садике, ведущая деятельность ребенка — это игра. Если это в виде игры ребенок может играть очень долго. Также наша детская часть переходит в школьную пору. И обучение, вот там много букв, много цифр, это тоже, если оно в виде игры воспринимается, если одно вытекает из другого, то есть понятно, вот эти все звенья проходят, то это интересно. И тогда это движет маленьким человеком, и он проходит эти звенья. Но если какое-то звено упущено и что-то стало непонятным, тогда уже ребенок начинает отвлекаться, ему просто не хочется в это входить, потому что он какой-то материал упустил, или ему некомфортно, вот где он сидит, его кто-то отвлекает. То есть вот с этими моментами нужно разбираться, объяснить тогда ребенку, что ему не было понятно. И потом его ум опять захватит материал, и снова на основании интереса он двинется дальше. То есть в нашем обществе культивируется концентрация. Концентрация внимания. Но концентрация, здесь я хотела бы рассказать, что это латинское слово. И его первоначальное значение, то есть его можно разделить на два слова. Кон – это предлог с, и центрация – это центр, вместе с центром. Это было первоначальное его значение. А сейчас концентрация – это заставление себя уделять больше усилий тому, чем ты занимаешься. Как только человек начал прилагать усилия, то здесь сразу его зрение может испортиться. Опять же, в зависимости от того, где он находится, насколько его психика сильная, или наоборот, она нежная, да, что что-то там потеря интереса может начинать выбивать из колеи. То есть Или здесь чувство. да, Люба, извини. Альвин, извини. Я хотела сказать, Альвин, что когда ты себя заставляешь, то есть получается, вот сам мозг, он чувствует, что это как бы насильственно, и автоматически он не хочет этого, и он
можно сказать, вот отвергает это. Да. И нужно сделать какой-то перерыв, чтобы потом это было вот в удовольствие. И тогда будет все понятно, интересно, и глаза, и мозг это примут, эту информацию. Я Да. правильно тебя поняла? Да, совершенно верная трактовка. Это понятно, интересно и желанно. Да? Даже если кто-то, например, готовится к экзамену и штудирует материал, чтобы сдать тест или экзамен пройти, и он может потратить больше времени. Это время тратится на глубину. Кто-то на поверхности уже может понять. Вот, например, я разговаривала с одной девушкой, с которой мы учились вместе на курсе. Она мне сказала, что она уже языком, ну, мое первоначальное образование, что я преподаватель английского языка. И она мне сказала вот спустя годы, что она язык уже не знает. И она сейчас ищет преподавателя, кто бы ей бы помог все это снова оживить, все правила и так далее. И я ей сказала, как, разве это возможно, не знать язык после 4 лет подготовки? Она сказала, да, это возможно. Почему? Потому что язык в школе ей давался легко, и в университете, ну, тоже было все более-менее на поверхности, да, вот мы сегодня говорили слово поверхностно. Она это как бы все делала, экзамены сдавала. А другой человек, он шел в глубину, ему было сложнее, и он хотел разобраться, почему сложно, он шел в глубину, что-то там не по материалам учебника, а какие-то дополнительные материалы штудировал. И, соответственно, ему нужно было больше информации для усвоения. Вот. Ну, так, вот так можно сравнить. И хочу здесь сказать, что неэффективное мышление заключается в следующей фразе. Чем пристальнее я смотрю на что-то, тем лучше я вижу. Это неэффективное мышление. То есть, когда смотрят в упор, то есть, ну вот, например, мой листочек здесь, вот это центральное зрение, а это все периферийное зрение. Если смотрят в упор именно на что-то, игнорируя периферийное зрение, центральное зрение, оно недолго держится. Оно, почему и называется центральная фиксация, фиксация глаза. Оно очень краткосрочно по времени. Но когда работает оставшаяся часть, периферия, она видна нечетко, то тогда центральное зрение, оно очень долго может быть четким. На какую фразу это следует поменять? Что чем хуже я вижу то, на что я не смотрю прямо, тем лучше увижу то, что прямо по центру передо мной. То есть вот все, что нас окружает, доктор Бейтс учит осознанно, осознанно переведите свое внимание на то, что окружает, на какую-то часть. Например, вот Люба давала аналогию с лесом. В лесу много деревьев. Мы можем посмотреть на какое-то дерево перед нами. А боковым зрением, вот контекст, который создает, что мы в лесу, увидеть дерево, которое стоит рядом, нечетко. Вот представить, что оно прям такое размытое. Слева размытое, справа размытое. И тогда у нас дерево, которое перед нами, оно становится четким. Его лучше видно. Вот это нужно практиковать осознанно. И когда наступят результаты, сначала через проблески четкость появится, то этим самым переобучается мозг. Он переобучается воспринимать периферию, боковое зрение, что оно нечеткое, хуже видно боковым зрением.
И тогда центральное зрение начинает расслабляться. И вот, например, как здесь показано на нашем слайде, кораблик плывет в прозрачной воде. Мы смотрим не в упор на кораблик, то есть, а обозреваем боковым зрением то, что его окружает. И представляем, что оно нечеткое. И тогда вот у меня, например, сейчас кораблик стал более четким. Так, о чем мы здесь говорим? Здесь как бы можно это разделить прямо на несколько разделов. Это то, что, на что я смотрю прямо, это центр. Второе, то, на что я смотрю не прямо, это периферия. И как смотреть прямо? Процесс зрения пассивен. Он пассивен, как ноготь пальца. Вот как от ногтя пальца мы ничего не требуем, чтобы оно что-то сделало, правильно? Мы не требуем же от него. Так и от зрения, от центрального зрения такое мышление развиваем, что от него ничего не требуем. Мы не добиваемся увидеть четкую, ясную картинку. Она возникает сама. Как в ответ на то, что периферия работает. То есть палочки, которые в сетчатке, они воспринимают именно вот через восприятие, когда воспринимается боковым зрением, что все остальное нечетко, то полбочки, которые в центральной ямке, они расслабляются. Четкое зрение не добивается и не достигает, оно приходит само. Если вы позволяете потоку отображаемого света проходить через все структуры глаза, вот именно, вот Люба тоже говорила, я позволяю этому случиться со мной. Вообще вся наука о зрении – это наука о том, чтобы ничего не делать. Ничего не делать именно со своим зрением. То есть не делать, в смысле не вмешиваться в процесс зрения, не мешать ему принимать информацию. А когда мы вмешиваемся вот мыслительным процессом, неэффективным, это вот о чем я говорила ранее, чем пристальнее я смотрю, то тем лучше я увижу. Вот это мысль, которая вмешивается в процесс. Нет. Нужно воспринимать целостно, то есть connect с тем, что нас окружает. Потому что так работает наше тело, когда оно понимает, где оно находится и что его окружает, ему спокойно, и это передается в мозг. Вот я, например, сижу сейчас в комнате, я понимаю, что то, что меня окружает, это предметы мебели. Они как бы создают атмосферу комнаты. И от этого мне спокойно, моему мозгу, и он расслаблен, ментально расслаблен. И, соответственно, то, на что я смотрю, оно проявляется четко. Хотела я задать вам вопрос. Вы чаще смотрите в упор? Или задействуется все поле зрения? Вот посмотрите, пожалуйста, на свой опыт смотрения, опыт практики зрения. Как это больше получается? Валера, вот можно тебя спросить? Ну, мне кажется, я смотрю в упор, но боковым зрением я все-таки обозреваю, что там творится. Хорошо. То есть твое боковое зрение, оно включено. Да. Вот. Вот здесь очень важно. Вот смотрите, мы когда смотрим в сотку, да, это же маленькая такая поверхность. Я даже себя ловлю в том, что бывает так, я ухожу, у меня туннельное зрение, я вся в сотке и отключила, уже не вижу то, что меня окружает. Вот это называется туннельное зрение, и это неэффективно здесь. И когда я сама себе напоминаю, чтобы включить периферию,
увидеть там пол, например, если я сижу на стуле и передо мной пол, я его включаю, и он начинает как будто бы двигаться в зависимости от моего взгляда и создает вот это движение. Зрение, оно зависит от движения. А тогда у меня четче, я могу совсем мелкий шрифт видеть. Люба, а вот у тебя какой опыт? По-разному, Алина. Угу. Иногда, если, ну как, бывает, что если какое-то общение, то я могу прям вот сконцентрироваться на речи человека, и я могу тоже как бы прям вот только с ним, а остальное у меня как бы не главное. По-разному, в зависимости от ситуации. Окей, хорошо. Если я одна, сейчас как бы сама себе предоставлена, там, то, конечно, я больше замечаю, что вокруг, даже насекомых, мы сейчас в такой вот среде находимся. То есть я все замечаю, да, конечно. Даже вот если белье развешиваю, у меня такой сейчас такая деятельность, то обязательно я увижу где-то сбоку, какое-то насекомое там присело, еще что-то, я это все замечаю. А если уже с человеком как-то вот какая-то или компания, или то, конечно, отвлекаешься, то ты не видишь, то я не вижу то, что. Вот, повторюсь, что в зависимости от ситуации. Да, то есть у людей, которые ну, диагностировано у них, что есть там минус или плюс диоптрии, им это отлично, что они могут переключиться, прям переключение происходит с, вот если вот так еще назвать, что минус или плюс диоптрии – это про выживание. Про выживание, почему они образуются, что человек перекрывает у себя процессы, вмешивается в процесс дыхания, то есть он начинает дышать поверхностно. А почему он это делает? Чтобы перекрыть чувство, чтобы не чувствовать, потому что чувствуется какая-то угроза мозгом, ведь мозг у нас на защите стоит, да, наших интересов. И он как бы так разговаривает, что я сейчас дыхание свое сделаю поверхностным от глубинного. И тогда я перекрою чувства. А это чувства негативные, чувства страха, негативного такого как бы отношения к ним, страха, разочарования, что могут обидеть. Если это происходит с телом, перекрывается, то как будто бы мозг сам себя, сам себе создает безопасность, если вдруг кто-то скажет какие-то слова, то тогда это телом не будет восприниматься как угроза, то есть, потому что перекрыты же чувства. Но нам нужны полезны все чувства. И страх, и разочарование. И поэтому здесь можно пробовать переносить вот то, чему мы обучились, быть спокойными, когда мы сами с собой, на другой контекст, когда я разговариваю с другими людьми или нахожусь в магазине, ну, постепенно, не так вот прям сразу, а вот чуть-чуть я могу себе позволить быть спокойно, отпустить себя, это называется отпустить себя, и посмотреть, какой будет результат. Могу ли я практиковать ментальное расслабление в более таких контекстах вызова, ну, там, где есть другие люди или в каких-то заряженных ситуациях, что же будет? Посмотреть, это такое как исследование своей собственной психики. И второй момент, о котором я хотела сказать, что повороты головой это важно, потому что вот у нас глаза, они очень быстрые, они как
вот маленькие такие дети, 3-4 года, 3-5 лет, они идут туда, где интересно. И нам обязательно нужно повернуть голову, чтобы лучше вот соосность такая была в сторону нашего интереса. Если мы смотрим туда, куда интересно, вот я сейчас прямо нахожусь, а если мне слева что-то интересное, но я не поверну голову, то получается глаза как бы скашиваются в ту сторону, а им это нехорошо, потому что все уходит от этой центральной ямки, уходит на периферию. А периферия, мы помним, она для того, чтобы видеть хуже, видеть нечетко. И когда мы повернем голову, то тогда соосность, получается, что информация, поток информации в центральную ямку заходит вот туда, куда надо, то есть в то место, где различаются детали и цвета, а не на палочки, которые воспринимают движение. То есть смотрим частями, нашего глаза, которые на это настроены. Отлично. Коллеги, еще Я хотела хотел, Алина, задать. у нас как Да. бы время, да, немножко подвести итог по поводу вот гибкости зрения. Все-таки в чем заключается, да, этот феномен и этот навык? Этот навык заключается в том, что четко и ясно видит центральная часть сетчатки, а периферийная часть сетчатки, которая является большим по размеру, сконструирована природой для того, чтобы видеть нечетко. Создается, когда это происходит, когда большая часть сетчатки видит нечетко, то здесь вот как раз мы можем говорить о гибкости. Почему? Вот, Валерий, например, у тебя же не было опыта ношения очков. Ну, маленький. А тут маленький, а тот, кто носил очки, он хорошо помнит, что куда бы он через это стекло не посмотрел, там везде видно четко. То есть очковое стекло устроено совершенно другим образом. Оно в любой своей точке четкое. В то время как глаз четкий, маленькая точка, которая называется центральная ямка. И Люба до этого приводила пример, что когда она работает с веревкой, с бусинками, она смотрит на эту бусинку, и следующая видна четче. Получается, что есть вот это то, что одна бусинка видна хуже, на что мы не смотрим прямо, и следующая начинает вырисовываться четкая. То есть бусинка перед четкой, она видна нечетко, и та будет видна четко. Но это идет осознание. Это ты позволяешь этому случиться. Наблюдаешь, Да, наблюдаешь и да. уже как бы отчет даешь происходящему, что ага, если я вот это вот сфокусировалась прямо вот на ближайшей там точке, то улучшается зрение, и за этой точкой точно так же я начинаю видеть хорошо, лучше. Да, Это я там получается. прям замечаю очень сильно. И когда свожу, как бы Конвергенция, вместе, сведение, да, класс. то когда уже прекращаю эту практику, убираю, и я сижу и смотрю, и как будто вот очень хорошо проясняется зрение, очень хорошо. Классно. Люба, еще хотела тебе сказать, что это супер, потому что я тебе это объяснила, мне кажется, даже по WhatsApp, да, даже мы не делали такую практику по видео, это было просто объяснено текстом, и ты поняла, как оно работает. Вообще, это класс. А постепенно, постепенно уже по своим ощущениям, чем чаще я это делаю, тем больше и больше открывается каких-то новых ощущений и знаний.
Спасибо. И отсюда мы можем перейти к нашему второму разделу. Это про четкость зрения. Ведь вот то, что я объяснила в первой половине, это про то, как видит один глаз. Да? Но у нас глаз двое глаз. И когда есть уже два органа, два глаза, это мы говорим про командную работу. Дело в том, что глаз, все структуры глаза проводят поток отображаемого света, и сетчатка получает эту информацию. Далее она от сетчатки есть зрительный нерв, который проводит всю информацию в зрительный центр, который находится в затылке. И задача зрительного центра слить два образа. Вот наши глаза смотрят на что-то. Один глаз, правый глаз и левый глаз, они видят два, можно сказать, даже разных образа по-своему. Зрительный анализатор или зрительный кортекс, он сливает два образа. И получается третий образ. Ну, вот если сказать так, что образ от одного глаза, он одномерный, образы от двух глаз уже создадут многомерность. Многомерность – это такое богатство зрения, что какое может нам представить эта функция? Это рассмотрение мельчайших деталей, это объемность, бинокулярное зрение оно называется. Мы рассмотрели анатомически, но офтальмологи, вот, которые занимаются практиками по методу доктора Бейтса, они пришли к тому, что правый глаз, он маскулинный или мужской. То есть ему передаются генетически, наследственно от отца, по линии отца. Это раз. И еще правый глаз, он как бы про достижение результата. Про какие-то такие мужские большие качества, как бы пойти и добыть мамонта и принести его в семью, про достижение результата. В то время как левый глаз, он передает генетически со стороны матери какие-то качества, можно проследить через левый глаз. А в эмоциональном плане он отвечает за творчество, за креативность и за чувство. Вот видите, какое идет наполнение, да? Потом еще левый глаз у нас связан с правым полушарием, а правый глаз с левым полушарием. И слияние вот этих опыта информации, который проходит через разные глаза, то есть есть энергия инь и ян, или янь называется, оно дает богатство информации, богатство зрительного образа. И бывает так, что какой-то из глаз не хочет видеть. То есть вот командная работа не случается. Сейчас вам хочу предложить тест. Вот у нас есть рука, и ребром ладошки представить к переносице. И посмотрите, какой глаз вот сейчас видит, то есть какой глаз воспринимает происходящее. Вы даже можете переключаться между правым глазом и левым глазом на одно и то же, как они видят. И таким образом мы определим этот тест на доминирующий глаз. Есть ли у вас такой феномен? Вот, например, у меня, когда я представляю, у меня я вижу, что я воспринимаю через правый глаз реальность, то, на что я смотрю. И мне нужно сознательно переключиться на левый глаз. Это сделать можно или вот так подвинув ладошку и как бы прикрыв чуть-чуть
мой доминирующий правый глаз, и тогда левый глаз начинает воспринимать реальность, ну, уже по-другому, ну, более мягче, я бы так сказала. Вот такой мой опыт. Может быть, вы опишете свой опыт. Как, Валерий, у нас со временем? Можем чуть-чуть на это потратить? Да, у нас еще 15 минут есть, поэтому я А, думаю, что хорошо. успеваем. Да, у нас Да. еще третья часть. Но я вот почему-то посмотрел, и мне показалось, что у меня как бы оба глаза вот равномерны. Но я не вижу как бы смещения фокуса либо вправо, либо влево. Окей. Люба, как у тебя? Левый глаз у меня сейчас практически, я бы сказала, 100% работает. Просто видим практик. А правый немножко, конечно, он еще не так. А левый он сразу вот все охватывает и как бы берет правление в свою сторону. Левый глаз лучше. Вот, спасибо, что поделились. Валерий, у тебя, скорее всего, баланс между глазами. И левый, и правый участвуют в процессе зрения. То есть больше мы можем говорить про командную работу. У меня правый, соответственно, правый доминирующий, соответственно, моя задача развивать левый глаз, чтобы он не боялся участвовать, чтобы он не боялся чувств, что они могут возникать, что кто-то может чувства ранить мои. Я уже человек с жизненным опытом, я могу говорить о том, что мои чувства не может никто ранить, если я этому не позволю быть. У Любы восприятие больше левым глазом, соответственно, ее задача развивать правый глаз. Это можно сделать, прикрыв глаз, вот называется обструкция, прикрывать левый глаз, который берет на себя все управление, и давать правому глазу смотреть, как он смотрит, позволять ему это делать. То есть вот Внимание. рекомендации по этому тесту. Спасибо, Алина. Да, Учту. отлично. И переходим к нашей третьей части про развитие новых привычек зрения. Да, отлично. И здесь мы опять возвращаемся к центральной фиксации. Доктор Бейтс говорил про такое слово «пялиться». Вот «пялиться» — это неэффективное мышление, как я уже объясняла. И другие синонимы здесь — это «глазеть», «всматриваться», таращиться, смотреть в упор. Вот это все, это неэффективно. Если мы хотим что-то обдумать, то лучше делать это с закрытыми глазами. Мы закрываем глаза, и у нас уже нет информационного потока от предметов, и тогда уже легче разуму принять решение, обдумать. Поэтому снимайте очки и можно попрактиковать видеть хуже то, на что я не смотрю прямо, когда мы воспринимаем все поле зрения открыто и посмотреть, что будет происходить с вашим центральным зрением. Чуть-чуть добавится ли четкости или вообще что будет происходить. И если этого не происходит, то тогда уделить внимание работе каждого глаза. Четкость равно работа обеих или обоих глаз. Обязательно нужно к этому прийти, какой глаз отключается. То есть проблемы могут быть первое в том, что отключается периферия. Ее необходимо включить осознанно, напомнить себе, что меня окружает множество вещей, и их видно нечетко, и это так, то, как оно должно быть. А второе про командную работу глаз.
какой глаз не хочет смотреть. Если есть инструментарий, мы используем для стимуляции работы глаза. Если инструментарий не сильно помогает, то тогда используется такая методика, называется разговор с глазами. Это методика, которую создала израильский учитель Анат Оксельрод, и она происходит, вкратце объясню, что с закрытыми глазами, и каждый глаз представляется в виде шара в воде. И какие дает... Глаза хотят разговаривать с нами. Лучше делать это с терапевтом, потому что сложнее и самому себе задавать вопросы и отвечать на них. Лучше, когда кто-то направляет и вот отслеживает этот процесс, глаза лучше начинают разговаривать. Им нравится, когда к ним приходит и сначала терапевт, потому что глаза могут быть обижены на человека. И они об этом могут сказать терапевту сначала, на что они обижены, что им не хватает. Бывает, человек носит солнцезащитные очки очень много и не дает пищи для глаз. Это солнечный свет. И тогда он сначала может сказать терапевту, а терапевт может сказать владельцу глаз, ну, то есть самому человеку об этом, чтобы он знал, если человек открыт такого рода практикам, то это здорово. И тогда в этом случае глаз получает необходимое внимание. Он может десятилетиями его не получать, и поэтому быть обижен и не хотеть смотреть. Но когда это выходит на поверхность и потребность удовлетворяется, то глаз счастлив, как ребенок. Вы знаете такие примеры ребенка, которому что-то хотел, но ему он не получил этого. Когда он обижен и он не хочет разговаривать, нам нужно заново это состояние войти в него. Может оно быть эмоционально сложным, а может и наоборот, то, что вот как бы нарыв его вскрыть, если это происходит, то тогда начинается заживление раны. И, соответственно, эффективность процесса зрения возрастает. Это может происходить как в рамках одной сессии, прям минуты могут менять ситуацию, или это может быть глубже, это может быть от одной сессии к другой, или на протяжении нескольких сессий. Поэтому новая привычка, эффективное зрение – это видеть хуже то, на что я не смотрю прямо, и позволять центральному зрению быть, вот так я бы сказала. Валерий, Да, что Альбин, я хотел скажешь? спросить, вот я правильно понимаю, что техники, которые мы проходили на предыдущих мастер-классах, такие как пальминг и соляризация, это тоже своего рода привычки, и это эффективные привычки для зрения. Да, абсолютно правильно. Да, сегодня мы говорим о центральной фиксации. Это третий принцип. А первые два – это пальминг, когда мы растираем руки до теплого состояния, подкладываем что-то под локти, если это сидя, а если лежа, подушки под локти. И теплыми руками не давим на глаза, просто исключаем свет. И представляем себя окруженными теми предметами, которые есть, то есть представляем все части пространства. Ум успокаивается при этом. Этот метод вот представлять себя в пространстве, он взят из техники Александера, о которой мы будем говорить на самом последнем занятии, восьмом нашей программы. То есть я так потихонечку об этом говорю, и вот сегодня упоминала о том, чтобы не вмешиваться в работу тела мыслями, мыслительно. Это все от Александера идет. О нем я буду подробнее рассказывать в дальнейшем.
Да, Альвина, я еще Удовлетворить. хотел спросить, а вот в чем, как бы, ну, я так понимаю, что вот пальминг и соляризация – это контрастные, да, упражнения, то есть это противоположные по своей направленности, а вот в чем, как бы, особенность для глаз этих упражнений? Да, соляризация – это напитывание солнечным светом. То есть это про то, мы смотрим на солнышко. Ну, начинать нужно с солнышка, которое на закате. И поворачиваем голову в сторону. Сначала на солнышко напитываем, чувствуем, как вот красное все за закрытыми глазами становится. И затем поворачиваем в сторону, в тень. Тень уходит от света. То есть контраст света и тени, он тренирует структуры глаза, а именно зрачок. Зрачок, который при свете сужается, а в тени он расширяется. И идет смена сужения и расширения, сужения и расширения. И это мы практикуем в безопасной, терапевтически безопасной обстановке. А затем, после соляризации, когда получена доля пищи для глаз, происходит пальминг. Это абсолютное закрывание, абсолютное пребывание в темноте. И хоть эта темнота за закрытыми ладонями, в глазах это может быть и разный цвет, человек может разный цвет увидеть. Если это разные цвета, это будет говорить о напряжении. Но со временем человек будет приходить к черному цвету за закрытыми ладонями и за закрытыми веками, за ладошками теплыми. Когда виден черный цвет, это говорит, что пальминг проходит успешно. Но здесь есть одно но, опять же, ненасильственное общение. В книге доктор Бейтс говорил: представляете черный цвет. Но со временем он пришел к тому, что этого делать не надо. Только когда естественным образом виден черный цвет, то есть когда тело уже готово отпустить все то, что сдерживало эффективность мышления, эффективность разума, когда оно делает это само, вот это и есть самое классное такое ощущение. Если мы делаем это насильственно, представляем черный цвет, то это только временное, дает облегчение. А задача наша, чтобы облегчение, чудесное чувство облегчения оставалось надолго, и оно стало автоматическим. Валерий, я ответила на твой вопрос? Да, то есть я правильно понимаю, что получается, с одной стороны, да, солнечный свет – это пища для зрения, но с другой Да. стороны, да, она должна быть сбалансирована вот пальмингом, да, и, соответственно, приходу к полнейшему, к черному цвету, да, к полнейшей темноте. Отлично, вот ты это выразил, а я бы еще так сказала, что станинг, соляризация – это пища для глаз, а пальминг – это усвоение пищи, этой пищи. Вот так вот. Окей. Значит, нужно и ту практику, и эту практику наравне практиковать, да, получается? Да, то есть это такая практика, соляризация сменяется пальмингом. Они идут вместе для того, чтобы солнечный свет, который поступил на сетчатку, он был усвоен, нужно сделать пальминг после него. Это может быть и длительный пальминг, это может быть пальминг наедине с собой. Также это может быть пальминг, если вы включите музыку, которая вам нравится. И это может быть пальминг, когда с вами работает терапевт, и он наговаривает вам медитацию в это время. Обращает ваше внимание на расслабление ног, рук.
Это у нас есть в первом мастер-классе. Можно там посмотреть, как это происходит, и прочувствовать на себе последствия. Спасибо большое за полезную информацию. Очень интересно. Я Коллеги, даже могу для профилактики даже можно заниматься даже тем, у кого хорошее зрение. То есть, ну, развивать себя, чувствовать себя через такие практики, больше узнавать о своем, как бы, теле, о своем зрении, я бы так сказала. Что эта практика подходит, наверное, всем, Альвина, даже и здоровым, у кого здоровые глаза. да, совершенно правильно. И еще, знаете, здесь вот мое недавнее такое открытие о том, что когда мы делаем эти практики, мы позволяем жизни любить нас. То есть мы, когда рождаемся в мир, в жизнь, у нас есть всеобъемлющая любовь. Любовь, когда мы ходим, движение, мы можем даже чувствовать, прошли вперед, это значит, жизнь обняла нас, как мы идем с передней стороны, со стороны спины, она как бы отпустила нас. Вот если практиковать, ведь это доступно каждому человеку, такая практика. Валерий, можно тебе задать вопрос? Люба тоже. Что является пищей для глаз? Пищей. Ну вот мне казалось, что сон, да, то есть в определенной мере. Ну вот тоже мне казалось, что, например, если мы там после там яркого какого-то дня, там, когда очень яркий свет или солнечный свет, да, мы получаем, ну, мы уходим там в приглушенный свет, да, и глаза как будто бы отдыхают, ну, наверное, питаются. Вот как-то я про это больше думаю. Спасибо, Люба. А по твоему мнению, что является пищей для глаз? Так, пища для глаз. Ну, конечно, это вот как в твоей практике, это солнечный свет. И еще пища. Это же мы же глазами воспринимаем мир. И для меня это красивые пейзажи, это красивые картинки, все красивое. То есть все связано, я даже упор сделаю на то, все, что связано с природой. Вот. Вот это пища для глаз и, соответственно, пища для нашего мозга, для нашей психики. Когда мы с природой больше в контакте, мы заряжаемся, мы становимся крепче, она нас оздоравливает, природа очищает. Вот. Я бы сказала, что вот именно когда мы смотрим на природу, на природные какие-то создания, то это тоже пища для глаз. Кроме, конечно, света и других каких-то методик. Ну, спасибо большое. Я думаю, что можно поставить пятерку тебе, Люба, потому что ты ответила правильно на вопрос, что это солнце. Плюс, когда глаза получают достаточно пищи, они с удовольствием воспринимают природу, то, на что красивые предметы, потому что мозг интересуется, он будет, голова повернется туда, где интересно. Валерий, тебя тоже благодарю за твой ответ про Я солнце вот и про приглушенный свет. Это вот как я раз. хотел спросить, а вот упражнения, которые мы делаем для, так сказать, развития ресурсов зрения, это к чему будет относиться? К пище или это что-то другое?
Это будет относиться к переобучению мозга. Окей. Прикольно. Да. Коллеги, может быть, у вас есть какие-то еще другие мысли, которыми вы хотели поделиться? Да, я вот для себя выписал сегодня из сессии. Мне понравилась идея как раз для поддержания ресурсов зрения переносить комфортный контекст, то есть мои ощущения от комфортного контекста на другие ситуации, которые могут быть некомфортными или могут быть связаны с какими-то вызовами. Ну, такой интересный момент, думаю, надо как-то его попрактиковать, да? Вот. Потом мне понравилась идея, что если ты хочешь что-то обдумать, сделай это с закрытыми глазами. Да? Обычно у меня другая ситуация. Я начинаю, вернее, я уставлю, я могу уставиться на что-то, и это знак того, что значит что-то я обдумываю. Потом вот идея, чтобы позволить видеть хуже периферию. Да? Четкость – это работа обоих глаз. Потом вот тоже очень интересная вещь. Соляризация – это пища. А пальминг, да, то есть достижение черного цвета или темноты – это усвоение, да, этой пищи. Вот. И еще вот момент, что контрасты света формируют структуры глаз, да, то есть служит некой вот такой вот пищей. Такие очень интересные Гимнастикой вещи. тоже можно это назвать. Да, это можно назвать гимнастикой. И когда мы знаем фундамент, почему мы делаем эту гимнастику, то это в разы прям облегчает подход к результату, к более четкому зрению, к более спокойному своему позиционированию себя и к доверию к себе в первую очередь, чтобы позволять себе быть настоящим. Ведь когда мы настоящие, это самое экономичное решение. Когда мы даже позволяем себе побыть глупыми. Позволяем себе, ведь мы же не всегда должны быть супер умными и экспертами во всех областях жизни. Наоборот, людям нравится, когда им задают вопросы, они что-то говорят, ты можешь сопоставить то, как ты думаешь, с тем, как думает другой человек. И это, наоборот, как та же смена света и тени расслабляет, расширяет мышцы, кровь проходит по ним более свободно. Спасибо большое, коллеги, за ваше участие. Вам спасибо, Альвина, Валера, тебе тоже спасибо. Ты сейчас вот подытожил для себя кое-какие моменты, и я тоже вот буду это делать, потому что чтобы осталось в памяти, что нужно, на что больше нужно направить как бы свой интерес. Вот Альвина сказала, вот мне нужно правый глаз, например, поработать, чтобы лучше видеть картинку. Но Валера делает записи, потому что он как бы Потому что у лидер него есть такая сам. привычка. Да, потому что у тебя есть такая привычка, и вот Альвина сказала, что немножко надо глупыми быть, не всегда такими, как бы. Это просто, Альвина, тоже привычка. Вот, например, у вас с Валерой, вы постоянно в процессе, постоянно развиваетесь, постоянно чему-то учитесь. Это уже привычка и, как сказать, и то, и другое у вас есть при этом.
Вы можете и пошутить, вы можете и как бы обстановку разрядить. Ну, это тоже надо навык такой иметь. Человеку суперграмотному нужно тоже уметь находить такие разрядки, и особенно вот в контакте с людьми, с которыми вот проводите тренинги вот эти вот. Я вам очень благодарна, потому что я с вами, в общении с вами я тоже чувствую себя, что я что-то еще усвоила и стала, ну, немножечко умнее, как это сказать, в вашей Так и компании я скажи, чувствую Люба. себя. Да, вот я вот так и говорю, что в вашей компании я себя чувствую, как будто у меня какие-то скрытые ресурсы, вы во мне их открываете, и я чувствую себя более как бы вот на волне, так сказать, повыше, чем в обыденной простой повседневной жизни. Здорово, Люба, И спасибо после большое. каждого занятия у меня такой подъем, и я прям вот порхаю, мне хочется творить, хочется что-то еще больше узнавать с вами, потому что вы даете вот такой вот заряд. Интересно вы преподносите всю информацию. И не знаю, как другим, но мне очень интересно с вами общаться и узнавать себя больше, и раскрывать в себе какие-то новые грани, новый потенциал, потому что это нужно делать. И с этим интереснее жизнь. И плюс это же передается на всех, кто с вами проживает рядом. Если я, например, занимаюсь пальмингом, у меня спрашивают дома, например, сын, муж или эти трубочки. Вот недавно даже Рустам попросил: «Мама, где трубочки? Мне надо вот глаза свои проверить там», потому что он тоже и много читает, и за компьютером у него там разные стратегии, и он понимает, что... И он обращается ко мне с вопросами, как вот у меня, говорит, левый глаз больше вот видит. Поэтому растешь сам, растут и вокруг вас другие. Так что вам большая благодарность. И для меня прям вот, можно сказать, я очень благодарна, что вы меня приглашаете на эту передачу. Как только вижу, что так сказать, новое занятие, и мне хочется присоединиться, послушать. Спасибо вам большое. Надеюсь, не последний раз. Да. Рада Конечно, служить нет. энергией ваших изменений. Да, спасибо большое, Люба, за обратную связь. Мы всегда тоже очень рады видеть тебя, твоему участию, твоей обратной связи. Я вот уже вначале сказал, что ты образец применения лучших практик ментально-зрительного коучинга. И это, конечно, не последняя наша встреча, потому что у нас еще будут мастер-классы в июле, в августе, сентябре и в октябре. В июле мы будем как раз-таки рассматривать техники развития зрения. Это connection, choice и change. Вот. Ну и, собственно говоря, до новых встреч, коллеги. До свидания. Буду ждать До свидания. встречи. Увидимся вскоре. Bye-bye. Bye. Bye-bye.